Добрый вечер, мои дорогие друзья! Хочу поделиться с вами декорацией моей квартиры к Рождеству и Новому году в этом году. Смотрите, как отражается елка в зеркале. А это вот тот вазон, который я расписывала. И дополнительный приз награда, как прекрасно падает тень. Я даже не ожидала такого, конечно, эффекта. Но не красота, это вот заходишь, и в прихожей встречает тебя вот такой вот свет. А что же в комнате? А в комнате встречает вас день и ночь. Давайте по очереди. Как выглядит в моем представлении день, праздничный день в рождественской Варшаве. Вот так вот я полностью заснежила окно, полностью, без никаких узоров. Вообще в этом году решила так: экология, экология, и сделай все сам. Я вообще каждый год декорации делаю собственноручно, чего я только уже не творила. А в этом году экология, поэтому гирлянда вверху – это живые ветки. Здесь никакого пластика. Сушила апельсины, которые прекрасно украсили елку, просто сделали елку. Сентиментики. Вот этот пряник я выпросила у святого Николая в 2017 году. Звездочки вырезала, раскрашивала, тоже сама. Солнце и соломы, у меня их два, тоже делала сама. А вот эти вот шары, зеленый и красный цвет Рождества, мне подарили в августе. Потом вот такие вот подсвечники, их будет 7, тоже сделала сама. Такая вот елка. Это все из картона, из коробок на сапоги. И украшена она игрушками, малютками. Вот так вот на ниточке я там их привязывала. Дед Мороз, которого мне подарили. Посылка пришла вот буквально за неделю до Рождества. Вот эта вот елка. Картон. Потом покрасила его белой краской и приклеила вот такие маленькие шишечки. А здесь мальчик, не знаю, будет ли видно, но на шарфе у него написано «С Новым годом». И елка, которая, ну, особенно эффектная. Опять же, картон от сапог. И в духовке сушила просто апельсины. Этот подоконник, ну, он меня так всегда каждый год нервирует. И, наконец-то, я нашла, друзья, способ. Создала вот такие вот сугробы из папиросной бумаги. И вуаля, вот такая вот у меня зимняя обстановка. Здесь панно, звездочка, которую мне подарили, шишечки. А вот это вот на метле ангелочек, он должен приносить мне счастье. Прилетел с Киева. А, гномики, здесь их 3, я их сделала 9. 6 подарила. И Дед Мороз со Снегурочкой. Снеговик. Опять Дед Мороз, снеговики, девочка. А скрыто здесь мой компьютер и принтер. А как хорошо получилось, я так думаю. И переходим плавно к моей ночной Варшаве. Как вам, друзья? Ну, мне нравится вот эти вот подсвечники. В некоторых там вот лампочки, а в некоторых, в большинстве, свечи. И вот эти вот шишки, я их заснежила, и лежат на них
тоже. Это не пластмассовые, а живые веточки с красными, друзья, ягодками. Вот как-то так. Часы оформлены вот так тоже. Свечи, моя баночка, которую я оформляла. Оператор, конечно, из меня никакой. Но хотела бы вам еще показать, как выглядит люстра. Вот с этой перспективы прекрасно видно, как оформлена квартира в этом году. Именно та комната, где находится елка. Ну, хочу люстрой похвастаться. Оп! В прошлом году, помните, вообще была роскошная декорация люстры. А в этом году омела, которая приносит счастье, достаток и здоровье. По обычаю, по традиции, после праздников нужно ее снять и сжечь. А если мы этого не сделаем, то ее просто нужно хранить до следующего года. И потом можно смеленько выбросить. Но, наверное, посмотрим еще одним глазком и на елку. Здесь добавился дождик. И она такая нарядная стала, еще более нарядная. Меня спрашивали, будет ли экскурсия по моей елке. Будет. Хотели бы знать, что здесь да и как. Многие, кто смотрел мою елку еще без дождика, обратили внимание, конечно, на апельсины, шишки, игрушки. Но никто не написал вот о этих веточках с ягодками. А они же здесь есть, и их немало. И ягодки, друзья, они живые. Ничего здесь пластмассового. Ну и, конечно, гирлянда, которую я делала сама, 17 метров. А эти свечи, вот сколько им может быть лет? Вот я достала. Они, вот смотрите, она сама по себе, эта свеча светится. Но сейчас, наверное, не об этом, а о убранстве моей квартиры к Рождеству и Новому году. Как-то так, друзья. Пока-пока.